Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 4 августа 2022 года. И это наш удивительный щенок, сын Ариши и Прянюшки, Христофер. Чем интересен этот малыш? Вот ему еще даже, наверное, полтора месяца пусть будет так. Даришку он видит второй раз. Вчера они с ней играли тут очень долго. И Дариша сегодня сразу попросила с утра, где мой щеночек? Потому что этот щеночек, мало того, что позволяет Дарише с ним делать все, что она захочет, конечно же, под нашим присмотром. Более того, ему это нравится, он постоянно виляет хвостом. Они вчера с Даришей тут кувыркались на кровати минут 30. Дариша его укладывала спать, заворачивала в одеяло, ложилась с ним сама вместе спать. Чего она с ним только не делала, ему при этом все это нравится, мама, и он виляет хвостом. Вот тебе кроватка, вот. Я хочу сказать, что не все щенки будут вот так реагировать на ребенка, она его еще и воспитывает. Все, его опять укладываешь? Его тихий час, ты ему пример покажи, как нужно, сама ложись рядышком. Мы же тебе вчера, он ее еще и лапками, он с ней контактирует, он играет с Даришкой. Даришке у нас 2,5 годика, она, конечно, видела собачек в нашем доме с самого своего рождения и щеночков видела, но вот такого щенка, как Христофер, она видит первый раз, чтобы он сам к ней лез и хотел с ней контактировать. Кстати, дорогие друзья, я сейчас снимаю вот это видео для вас на подарок от членов моей семьи, новую камеру, о которой я сегодня говорила в видео поздравления. И снимаю вот при том же самом освещении, при котором обычно я снимаю все мои видео. Здесь не больше освещения, чем обычно. И я хотела узнать бы ваше мнение по поводу качества видео. На предыдущей камере такой же фирмы Panasonic, но более старая модель, мне всегда не хватало освещения. Видео получалось в крошечку. Нельзя цыпленка. Ты для своего друга пожалела цыпленка. Вот так вот. Они тебе все свои игрушки отдают, когда ты приезжаешь. И себя. Ой, а мы сегодня еще будем угощать вкусняшками детей. У меня есть целый пакет вкусняшков. Вкусняшек, подарок от выпускника нашего питомника Фараона. Когда мамочка и папочка приезжали за Фараоном, они нам подарили вкусняшки. Это трахеи прямого сушения, натуральные вкусняшки, которые можно давать щенкам вот в этом возрасте. И как раз они такие тоненькие, тонко нарезанные, которые я специально хранила на день рождения малышей. Сегодня же у меня тоже день рождения, и мы вот будем всех наших питомцев угощать еще и в мой день рождения тоже вкусняшками. Мне нельзя гладить его? Да. Это твой щеночек только? Да. Ясно. Это Игнатик у меня. Ее Игнат зовут. Это мальчик. Мальчик. Ку-ку. Я кук. Потрясающий ребенок. Он контактирует с Даришкой. Он вот так говорит? Да. А? Да. Это значит, что ему нравится? Вот я такое вижу первый раз, кстати говоря. Обычно щенки так себя не станут вести. Ну, они обычно либо просто прижмутся, либо убегут. А этот контактирует. Такое ощущение, что вот он прям понимает и пытается играть. Интересно. Ты знаешь, вот я тебе говорю, он самый из всех вообще вот щенков. Приходишь в комнату, он постоянно бежит к рукам. Он постоянно ко мне просится на руки. Она хороший. Он хороший, мы знаем. Мы же его не обижаем, мы его погладить хотели. Ты же его гладишь, маме погладить хочется его. По спинке его погладь, ему нравится. Видишь, хвостик у него? Так что целый пакет вкусняшек ждет наших щеночков-чихуашек. Ой, погуляли прям все. Жарко. Не надо давить на него только. Ножки тоже не надо. Они у него живые, настоящие.
мучить. Не надо его мучить, кто бы говорил. Надо ее погладить, ой как. И мугается. Нравится, смотри, зевает уже. Спать хочет. У него тихий час вообще-то, уже 2 часа дня. Уже вовсю тихий час. Вот так. Он милый. Ой, и уйди. Ну как? Не уйти не туда, но иди. Дарин, сядьте вот там, поиграйте. Не надо здесь с краешку играть. Давай вот сюда. Так, я типа попить. Ладно, фукакика. Сыпу позовешь с вами. Щенок открыт для резервирования. Только не дави на него, Дарин. Я ему покажу. Я ему сама покажу. Покажите мне лицо малыша. Вы все у меня попами в кадр. Нет. Да. Я же стою с этой стороны, снимаю. Значит, вы, если это называется попой, камера-то у меня в руках. Марина. Ай. Иди посмотри, там кое-что есть. Сейчас. Как раз с камерой. Нет, я с камерой не пойду. Иди.